Всем привет, дорогие друзья! Игра называется Dungeon Defenders 2. Ранний доступ к этой игре. Это продолжение первой части, если вы в нее играли уже. Здесь три класса плюс четвертый новый, по-моему. Потому что в первой части были только маг, воин и лучник. А в этой появился еще этот мальчик. У меня есть маг, у меня есть лучник, но маг совершенно не качанный, поэтому я возьму лучника. Лучницу, точнее. И давайте отправимся, посмотрим, что вообще изменилось. Третий, пятый уровень. Новая карта, кстати, я к кому-то присоединился даже. Так. Где-то посреди игры я пришел. Активируем бочечку. Собственно, как обычно, существует несколько разновидностей карт, на которых периодически появляются монстры. Я могу ставить вот Explosive Trap. Я могу поставить еще воздушную ловушку. Гейзер, так называемый. И есть несколько у меня обилочек. Первое. Вот так вот накидывать стрелы. Ой, я забыл G нажать, пардон. Нажимаем G, и, соответственно, мы готовы к началу следующей волны. А двое из наших еще не готовы совершенно. Доперло. Здесь заблокируем проход. Так, вот фаза драки. Ну, в зависимости от класса, соответственно. Накидаю туда. Меняются и вот эти обилки. Сейчас закину туда бомбочку. Поздно, наверное, да? Из монстров выпадают различные артефакты, денежки. Справа вверху по карте можно смотреть, насколько там плохо с других сторон. Кстати, плотненько, плотненько. Зарядили хорошенько сейчас, оглушили даже. Броня валяется, можно подобрать. Броню можно сразу на себя надеть, если она лучше то, чем у вас есть. Я могу похиляться. Так, там наши это ломают. Они отбили, все нормально. Нет, не отбили. Ух, нифига, дракончики какие-то тут. Ломают, смотри-ка. Что это такое? Так, вон там один. Нет, все нормально. Кристальчики. Собираем кристаллы, которые восполняют ману нашу для
обилочек. Но я присоединился уже поздно, поэтому это была последняя волна. У нас победа, и каждый получает свой сундук с каким-то добром. Я получаю свой зелененький. Куча фигни всякой. И шлем, кстати, неплохой. У нас еще есть некоторое время побегать по карте, пособирать вот все, что здесь понавываливалось. Денежки. Вон там еще денежки. Ух, здесь сколько денежек-то. Перчатки. Ну вот деньги. Все, собственно, карта закончится через 50 секунд. Все, что хотели собрать, собрали. Чего вот это такое, я не пойму. А, книжка была, понятно. Выглядит довольно все симпатично. Вроде как не подлагивает даже. А, вон еще. Аура какая-то. А, буст аура, понятно. Вот у нас 4 уровень, у человека не нажал G еще, поэтому мы ждем, когда все это закончится. Пчу. Airbender. Так, можно отправиться на 5-10 уровень, но слишком. И тут можно оценить, соответственно, работу ребят. Не знаю, я с ними особо не играл, поэтому сейчас мы вернемся в таверну. Давайте отправимся еще на одну карту. Так, я бы хотел посмотреть, что у меня здесь новенького появилось. Да, вот это я одену. Перчаток у меня вообще не было. Фигня. Фигня. Так, я теперь лидер. О-о-о. Я могу выбирать вот новую карту. Так, ждем остальных игроков. Ну, это новая карта, то есть та же, на которой мы уже успели отыграть. Где это? Где этот сундучок? Вот. Что-то мне ничего не прибавилось. Мне нужен сундучок. Статы. Кстати, я что-то не понимаю, почему я могу поднять статы или не могу, или это просто информация о моих статах. А, они вывалились. Очень странно. В прошлый раз... вот он строит что-то тут. Lighting аура. Понятно. Так, ну я поставлю эксплозив. Еще одну эксплозив. Но везде надо понаставить это, пока есть возможность. Эксплозив. И гейзер, возможно, здесь где-нибудь замутить. Да, даже парочку можно. Все. Закончилась лафа, вот нажимаем G. К нам присоединился воин.
А это все что-то бегает там, фигней страдает. О, наконец-то. Так, воин там стоит, этот здесь, в принципе, можно... Нормально. Хорошо вообще влетело по ребяткам. Пока справляюсь здесь. Я надеюсь, на других лайнах тоже нормально все. Так, тотем какой-то вывалился. Так, фаза строительства. Меч. Просто возьмем, потом продадим его. Можно я возьму? Хочу взять. Туда нельзя проходить, к сожалению. Так, ну, еще один гейзер можно поставить. А эти свои поапгрейдить я могу. На Q. Апгрейд. Этот я не могу. Это тоже не могу, не хватает минералов. О, ботинки. Так, это сюда припер... А, к нам еще один присоединился, понятно. Пардон, я забыл нажать кнопочку. Здесь постоим. Здесь можно сразу два направления контролировать. Это вообще там впритык стал с ними драться. Что-то непонятно он делает. Так, пушка. Посох появился. Вот еще что-то тут есть. Не, нормально. По одному нормально держать направление. Вот это, правда, что-то уже весь красный. О, сейчас его, походу, его примут здесь. А, он отъехал, да. Ой, я... Нормально все. Как эту штуку взять? О. Так, снова фаза строительства. Где-де-де-де-де? Так, понасобираем, что тут было. Апгрейд. Здесь вывалилось что-нибудь полезное. Все равно апгрейд. А, не хватает. Ладно, я тоже готов. Все готовы. Гейзер мой отрабатывает нормально все. Пушки тут стоят. Ох, как засадил туда. Ха-ха-ха, как он их подбрасывает, классно. Что-то по нему... А, я думал, урон не наносится. Хилялись немножечко. Но я сдерживаю эту
направление. Без каких-либо проблем. Электричество мало фигачит. Возможно, игра, кстати, очень тихо, но... Все нормально. Все, ребята, отхватили вы по полной. Вот вам еще бомбочка. Соответственно, вы можете качать разный класс, но вот я решил лучницу брать. Мне как-то она более импонирует. Так, я могу тут апгрейд еще что-нибудь сделать. Отлично. 7-й уровень, unlocked, на кнопочку 7. Poison Dart Tower. Башня с ядовитыми шипами. Так, я, пожалуй, схожу, соберу что-нибудь здесь. И можно поставить еще эту башенку. Так вот. Там голда. Колечко. Стальчики. Так, ну я готов. Пойду посмотрю, как она будет. Так, там ребята стоят. Чем выше уровень героя, соответственно, тем больше обилок всяких открывается. Посмотрим, как она будет работать. Конечно, вот эта пушечка поинтереснее, наверное, будет. Не знаю. Две тысячи хп там. Бандитов у этих. Ох, у меня что-то прилетело. Э, а чего у меня прилетает, я не понял. Оглушенный товарищ. Странно как-то. Стоял вроде вдалеке, а в меня что-то прилетало. Давай, кидай, что ты не кидаешь? Ботиночки, ботиночки, мои ботиночки. А, вот что там, понятно. Какой-то гоблин, который минами кидается. Так, нам что-то проломали. Мощный парень. Ну, отлетел. А! Как было неприятно. Так. Poison upgrade. Шлемчик. Ладно, потом разберусь. Вот здесь куча всякого понавалилось. Ну, в принципе, на апгрейд-то у меня больше ничего нету, поэтому... Поэтому. Тут 39. Можно...
надо починить. Так, enable to repair. Ладно. Пока они оглушенные стоят, их хорошо тут надамаживать все. Ну, в принципе, как вариант, одну сторону карты, одну линию карты, да, заставить вот этими подобными штуками. И просто не обращать внимания, периодически здесь учинить. Оно работает. Ты что пришел? Я тебя не звал. Мне здесь все нормально. Там на меде толстые идут. Хотя... Ой, как хорошо попал. Ух, динозавры какие. Офигеть. Застрял. Глушаем. А еще на некоторых картах есть пушки, которые стоят по умолчанию, то есть уже присутствуют на уровне, на карте, которые можно иногда активировать. Блин, как тут понаставили, что застрял аж. Победа. Ну, пока все просто довольно, потому что это только начало игры. Низкие уровни. Может, лук какой-нибудь хороший дадут? Броня какая-то. Так, пойду соберу. Книжка для мага, наверное. Книжка, голдишка. Больше вроде ничего, да? Ладно. Вот это так и не достать. Ну фиг с ним. Ладно, все молодцы. Ну, собственно, такая вот игра. Я 7 уровня достиг уже. Если интересно, будем продолжать. А, в принципе, если кто-то приобретет, можно вместе поиграть. Тут можно пати создавать. На этом спасибо, что смотрели. До новых встреч. Всем пока.